Компания МИЮ подготовила для вас новый проект и хотели бы с вами поделиться то, что у нас получилось. У нас была 5,8 квадратных метра хрущевка, да, раньше объем и расстояние кухни делали очень маленькие, но на данной площади нам получилось очень много чего разместить. Смотрите, во-первых, мы при входе задействовали вот этот вот угол. Кто помнит данные кухни, да, здесь было еще такое интересное окошечко из ванной комнаты. Угол этот мы сделали скошенным специально радиусным, да, чтобы мы, когда ходили, не стукались в него. И у нас получилась дополнительная зона хранения. Хозяйке на кухне это никогда не помешает. Здесь мы столешницу сделали глубиной 450 мм. Это дополнительная зона для готовки для нашей хозяйки. Здесь у нас столешница, как обычно, 600 глубиной. По этой зоне здесь у нас получилось разместить дополнительную зону хранения с распашными ящичками. Зона раковины у нас получилась достаточно комфортная, удобно подходить, пользоваться. Здесь хозяйка может использовать данное место для хранения моющих средств. Ящички выдвижные, да, для столовых приборов. Еще один глубокий ящик. Все ящики у нас с доводчиками. И по всем нижним фасадам мы использовали ручку Гола. Вот здесь у нас только идет от нажатия открытия. По просьбе нашей заказчицы мы смогли разместить бутылочницу. Очень удобно для хранения масел. Как раз по правой руке для открытия, да, когда мы готовим, достали, убрали и упираем весь бытовой шум в нижний ящик. Здесь мы соблюли симметрию, разместили вот тоже такой же шкафчик для хранения. И плюс он нам помогает спрятать все коммуникации. Мы спрятали здесь газовую трубу. И хочу дополнить, что здесь мы тоже, этот шкафчик, он у нас с секретиком. Также мы там тоже спрятали вентиль для включения и отключения газа. На отварочной панели вытяжка. Вытяжка у нас слайдерная. Достаточно бесшумная работа. Все верхние фасады у нас уже от нажатия. Здесь вытяжку все спрятали в короб вентиляционный. Да, там продолжаются все коммуникации убраны, но в то же время мы это пространство можем использовать. Здесь у нас уже идет сушилка для посуды, и также мы вентиляцию убираем. Тоже, опять же, у нас получился такой глубокий ящик. Опять вот это пространство мы все используем. Уходит в глубину все эти ящички, да, и дополнительная зона для хранения. Ну, и еще один ящичек у нас получается распашной уже при выходе. В итоге у нас на 5,8 квадратных метров получилась такая чудесная кухня, и уже, наверное, пальцев не хватит посчитать, сколько здесь ящиков для хранения.